Уборка главной сельскохозяйственной культуры района риса подходит к завершению. По данным Управления сельского хозяйства, на 13 октября скошено 43 999 гектаров риса, обмолочено 43 421 гектар. Рис убран на 98%. Валовой сбор белого зерна составил 285 276 тонн. Средняя урожайность по району 65,7 центнера с гектара. В числе лидеров сельхозпредприятие Приазовское с урожайностью 75 центнеров с гектара. На втором месте хозяйство Черноярковское 73,8 центнера с гектара. Замыкает тройку лидеров агрофирма «Приволье» со средней урожайностью 72,6 центнера с гектара. Полностью завершить уборку планируют к понедельнику.